Приветствую всех. Закончил очередной долгострой. Простой утилитарный нож на тему сталкера. Ножный формованный кайдекс. По кайдексу сделан карвинг, текстурирование. Имеется дренажное отверстие вентиляционное и упор для роста извлечения. Нож из ножа не выпадает. И при этом довольно мягко изъекается. Значит, финиш у нас травление, голтовка. Нож перед отправкой будет заточен. Здесь имеется насечка ступенькой. Общая длина у нас 197. Длина клинка полезная 87. Толщина 3,6. Не ХО по углу схождения. Накладки микарта черная. С матовым финишем. Чтобы не скользило. Монтаж на латунную трубку развальцованную. Финиш меняется опять картинка в зависимости от освещения и того, что у нас на заднем фоне. Небольшой запас здесь есть. Получился небольшой тактикульный EDC фикс. Также травление сделано. Всем спасибо за внимание.